А продолжая далее наш концерт, на эту сцену хочется пригласить человека, который не отображает в своем творчестве, пожалуй, шансон в его истинном понимании. Но я, будучи директором на протяжении 9 лет радиостанции «Русский шансон» 109 FM в Санкт-Петербурге, со своими коллегами в свое время мы выяснили о том, что шансон, по большому счету, это песни со смыслом. И туда благополучно вписывается и бардовская песня, и фольклорная песня, да, та самая знаменитая, хорошая, красивая, и мудрая эстрадная песня, да, то, что именно эстрадная песня в полном понимании этого слова. И, конечно же, рок-музыка. Так вот, один из представителей направления, которое мы называем хороший питерский рок, который к нам сегодня, чтобы выступить здесь, приехал с Петропавловска-Камчатского. Представляете, прямо сейчас. У них там глубокая ночь, да, сейчас, как я понимаю, да, но тем не менее, он хочет спать, но тем не менее он споет. Встречайте, на этой сцене из города Петропавловск-Камчатский Дим Алинов. Сегодня без своей группы «Пастель», но тем не менее. Добрый вечер. Для меня место совершенно новое. Я даже не знаю, как это все делается. Вот, сейчас будем по ходу разбираться. Вот, очень уютная обстановка. Мне очень здесь нравится. Приятно и слышно. Голос хорошо. Первая песня будет лирическая, автора Высоцкого Владимира, не случайно выбрана. Мы ее будем исполнять в Кремле в ноябре месяце. Вот. И сейчас ее будет премьера, ну не премьера, уже вчистую, наверное, но в широком понимании премьера на сцене. Здесь лапы у ели дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу. С телем играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный это. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу. Светлый терем с балконом на море. Украду, если кража тебе
по душе. Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Спасибо большое.